Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохар Ванша Калпатаруваша Кепасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Нама Муканг Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайта Гирим Ят Кепатамаханг Банди Парама Ананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Праде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттама Девин Сарасвати Вясам Тато Джайо Шанкиртане Кришна Катха Упадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодхара Дейям Сада Парибхавагна Мавиштатухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Банатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Висфуриджита Кимапикабхавадуша Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сахара Муртихи Сарадикамай Кадакифам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджану Ламбита Бхуджау Канука Бодату Санкиртаной Капитару Камала Хьотакшу Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Бхуджау Канука Бодату Санкиртаной Капитару Камала Хьотакшу Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхаванурупенна саданаранам Ганга таранга рамания джатха калапам Гаури нирантара бивушихи тобам бхагам
Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavihi Shanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmir Jasracha Vakshashi Yasyasti Hide Sambhid Tvam Nishingamam Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavet Tavat chape bissing kalatamayate in a loco veda stiti. Tavat mitaha kalakala nana bohiravat masu. Sri Chaitanya priyajana javad no dikkar, diggocharaha. Tavat brahma katha mukti padavi tavat natikti bhavid. Tavat chape bissing kalatamayate in a loco veda stiti. Tavat sastravidam mitaha kalakala nana bohiravat masu. Sri Chaitanya Priyajana Javad No Diggacharaha Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал that it is quite impossible for infinitesimal jiva to get in contact бесконечно маленькая джива не может взаимодействовать с Анантадевом, не может войти в контакт с ним. Джива настолько крошечна, что нам сложно представить. Шрила Прабхупада сказал, что невозможно вступить в отношения с Анантадевом. Невероятно крошечной дживе. Именно по этой причине Бхагаван пришел на эту землю в образе человека. И совершал игры, подобно простому человеку. У него были родители, отец и мать, был брат. Господь дает нам, предоставляет нам возможность вступить в отношения с Ним. В противном случае для нас было бы это совершенно невозможно. Лилы Бхагавана Шри Кришна Чайтани поразительные, удивительные. Прабхупад говорит, что сложно поверить, что существует такой абсолют, такая личность, как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, который так просто раздает милость. Я много раз говорил, что Сиддханта Вичарам Прабхупады является. Следующее утверждение. До тех пор, пока мы не пригласили Нитьянанда Балараму в свое сердце, мы не сможем понять, что бы то ни было. Мы должны пригласить Баларама, Анантадеву, Гуру Татву в свое сердце. Если мы не сделаем этого, мы не сможем понять Кришна-татву, Гора-татву.
Наше сердце очень маленькое, грязное, полно скверны, полно материальных желаний, тревог, кама, кротха, шесть врагов находятся в моем сердце. Что же делать? Что же с этим делать? Необходимо пригласить Нитянанду и Баларама. И благодаря этому мы увеличим наше сердце до бесконечности. В противном случае мы не сможем ни совершать Бхагавата Бхаджан, ни получить Бхагавата Даршан. Прежде я говорил о уникальной милости, которая не сравнится ни с одной из аватар Господа. Я объяснял причину, по которой Махапрабху принял саньясу. Он сделал это для того, чтобы те, кто были настроены против, те, кто завидовали ему, те, кто не понимали его, чтобы они оставили свое враждебное настроение и стали воспринимать его слова. Махапрабху думал, приняв саньясу, я стану ходить от двери к двери и просить каждого повторять святое имя. А саньяси слушает и почитает каждый. Как я объяснял, Махапрабху из Майпура отправился в Катву, из Катвы в Шантипур. И именно туда, в Шантипур, пришли не только преданные, но и обычные люди с Навадвипа. Они услышали, что Махапрабху принял саньясу, и тысячи людей с Навадвипы пошли в Шантипур, чтобы увидеть Чайтанью Махапрабху. И Махапрабху пролил на них столько милости, что их сердца изменились. Затем Махапрабху направился к Пурушоттама-дхаме. Я уже рассказал о том, что произошло дальше. И примечательен тот факт, что, приняв саньясу, Махапрабху отправился во Вриндаван. Тем самым он показывал нам, насколько Вриндаван влечет его, насколько дорог ему Вриндаван. И тем самым он показал причину принятия саньясы, то есть главную цель принятия саньясы. Он показал нам главную цель Хари Бхаджана и саньясы. Он говорил, Триданди Саньяси из Шримад Бхагаватам прежде
был обычным бизнесменом, а затем, приняв саньясу, он произнес эту шлоку, которую цитировал позднее Махапрабху. В ней говорится, что для того, чтобы служить Кришне абсолютным образом, полностью, я принял саньясу. Саньяса не предназначена для накопления почтения, почета, денег, учеников. Насколько глубоко понятие саньяса. Саньяси предает свое сердце, отдает свое сердце, свою душу и все, что принадлежит ему, лотосным стопам Кришны. И всем, что у него есть, служит Кришне беспрерывно. Это и есть саньяса, абсолютное служение. И Махапрабху проявил это настроение, показал это настроение. Он шел во Вриндаван, а Нитьянанда сопровождал его. И именно по желанию Нитьянанды Махапрабху оказался в Шантипуре. Затем он пошел в Нилачала Дхаму, и Адвайта Гаса и другие преданные почти умирали. Они пытались остановить Махапрабху, но ничего не выходило. Махапрабху шел, они пытались остановить. Махапрабху сказал Адвайта Гасая: «Пожалуйста, держи себя в руках, иначе кто позаботится о Навадвипавасе и моей маме? Я точно не исчезну, как это произошло с моим старшим братом». Шачимата переживала по этому поводу. Она сказала Нимаю: «Если ты пропадешь так же, как твой старший брат, я умру». Но Махапрабху сказал: «Не переживай. Как ты хочешь, я отправлюсь в Пурушоттама-кшетру, и ты будешь получать новости обо мне». Я уже рассказал о приходе Махапрабху в Пурушоттама-кшетру, о том случае, который произошел перед Джаганнатхом, о том, как преданные принесли его в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи. Спустя какое-то время наступила Радха-ятра, время Радха-ятры. Навадвипаваси и есть Браджаваси. Они также являются Браджаваси. Этот замечательный киртан повествует об этом, что Навадвипа не отлично от Браджадхамы. В начале Чатурмасия все жители Навадвипы отправлялись в Пурушоттама-кшетру, чтобы встретиться со своим сердцем. Их сердце было похищено Гауранга Махапрабху, и они шли к нему. Вы не можете себе представить, насколько глубокими взаимоотношениями, отношениями обладал преданный со своим, насколько глубокие отношения преданного с Господом. Поэтому мы и не можем совершать баджан. Imagination. That's why we cannot conceive. Maybe we are doing Harinam.
Мы думаем, может, мы повторяем харинам. Но для того, чтобы развить отношения, но прежде всего необходимо развить отношения с Бхагаваном. И на протяжении 4 месяцев жители Навадвипы были подле Махапрабху в Пурушоттама-кшетре. Дорога туда и обратно занимала несколько месяцев. Такова была их жизнь в грихастха-ашраме. Вернувшись в Навадвипу, они начинали взывать «Ха-гауранга», «Ха-гаур», «Ха-гаур», рыдали. Такова была их жизнь. День и ночь они плакали по гауранге. И так они приходили к Махапрабху каждый год, и Махапрабху проливал безграничную милость на них. Даже простые молочники ходили встретиться с Махапрабху. И Махапрабху без разбора давал милость всем и каждому. Такую милость не раздавал даже Кришна. Махапрабху совершал санкиртнарасу в храме Джаганатха, перед колесницей Джаганатха. Он пел и танцевал. Практически каждый день кто-нибудь из преданных приглашал Махапрабху в свой дом принять прасад. И Махапрабху принимал приглашение. Сарабхам Бхаттачарья был предводителем Майявади. Махапрабху говорил ему: «Твое знание непостижимо, то есть никто не сравнится с тобой». И Сарабхам Бхаттачарья часто приглашал его в свой дом принять прасад. У него была жена Шатима, Сатима, которая готовила. А Махапрабху проявил свою милость даже зятю Сарабхам Бхаттачарьи, который завидовал Махапрабху в действительности. Однажды Сарабхам Бхаттачарья усадил Махапрабху в комнате и расставил прасад перед ним. Он хотел убедиться в том, что его зять находится где-то далеко, чтобы он не присутствовал в комнате. И он знал, что тот может подглядывать в окно. А Сарабхам Бхаттачарья прогонял его, когда тот подходил. И когда прасад уже стоял перед Махапрабху, этот человек заглянул в окно и вскричал: «Столько прасада для одного саньяси! Там 20 человек смогут наесться!» Сарабхам Бхаттачарья, услышав это, взял палку и погнался за ним. Затем он вернулся в комнату и заплакал: «Прабху, я пригласил тебя и оскорбил». Я хочу умереть от того, что произошло. Но Махапрабху рассмеялся. Что ты переживаешь? Пусть он говорит то, что хочет. Неразумный мальчик. Хотя он не был мальчиком, на самом деле. Он был уже взрослым человеком. Но Махапрабху сказал так. И по беспричинной милости Махапрабху все-таки принял прасад, но Сарабхама Бхаттачарья и его жена постились из-за того оскорбления, которое было нанесено Махапрабху.
Но Махапрабху сказал, пока ты не примешь прасад, я не уйду. И тогда оба они были вынуждены принять прасад. Но почему я говорю об этом? Чтобы показать милость. Показать милость Махапрабху. Итак, Амук звали зятя Сарвам Бхаттачарьи, и впоследствии он заболел холерой. И уже был на смертном ложе, новости долетели до Махапрабху, и он сам пришел к нему. Тот уже лежал без сознания, но Махапрабху пришел, чтобы спасти его. Почему? Потому что у него были отношения с Сарвабхаумом Бхаттачарьей. Он пришел и начал говорить, что с тобой случилось? Вставай. Тело брамана, как правило, чисто. Почему ты позволил демонам войти в твое сердце? Под демонами он подразумевал мацарью, зависть. Как правило, сердце брамана чисто. Так почему же ты сам пригласил демонов и позволил им остаться в твоем сердце? И поэтому Джаганнат не мог там находиться, не может находиться в твоем сердце. Это замечательная шлока на Бенгале. Сарвабхаумом Бхаттачарья, видя, что происходит, начал рыдать. Он поразился, зачем ты спасаешь его? Я молился Господу, чтоб он умер, а ты спасаешь. Таким образом, Махапрабху принимал всех и каждого. Итак, Махапрабху объявил преданным, я должен отправиться на поиски своего старшего брата. Позвольте мне сделать это. Я должен найти Вишварупу. Махапрабху сказал так, потому что если бы он сказал, что я пойду в Южную Индию, его бы никто не отпустил. Да, преданным он сказал, что он отправляется на поиски старшего брата, но это не было главной причиной его паломничества. На самом деле, на протяжении всего паломничества по Южной Индии он даже не пытался найти своего старшего брата. Но когда он отпрашивал своего преданных, он привел в доводы этот факт. Никогда за все паломничество по Южной Индии он ни разу не спросил про Вишварупу, ни у кого. На самом деле он совершил это паломничество для того, чтобы освободить людей, которые там жили. Он хотел раздавать безграничную милость. Даже в милостивой Кришна-аватаре, даже милостивый Кришна не раздавал так милость, как это делал Махапрабху. Когда Махапрабху пошел в Южную Индию, только начал свой путь, он пел эту песню. И пел ее на протяжении всего паломничества. Махамантру он повторял всегда, но когда именно в Южную Индию он пошел, он пел это.
и бежал, несся. Почему? Почему Махапрабху стал петь именно это, а не просто Кришнанам? Наша Гуру Варга, Бхактивинода Тхакур и Прабхупад объясняют. Что Южная Индия заселена Майявади. Да, там был Мадхава Ачарья, но проповедовал Мадхава Ачарья. Тем не менее, Майявади, Майявада там настолько сильна, даже по сей день. Если поедете в Южную Индию, в Варанаси, вы увидите, сколько там Майявади. Необходима новая волна проповеди, но кто может ее осуществить? Все хотят проповедовать в западных странах. Итак, Махапрабху повторял эти имена Господа для того, чтобы получить защиту. Он тем самым просил Бхагавана защитить его. На самом деле, преданные, как правило, не молятся Бхагавану о защите. Пожалуйста, спаси нас, защити нас. Не Прохлад Махарадж, никто бы то ни было еще не молился так из чистых преданных. Тем не менее, порой в соответствии с временем и обстоятельствами язык сам повторяет. Но это не значит, что преданный хочет заставить Бхагавана служить себе. В связи с этим я могу процитировать одну шлоку из Гиты. Я явился, чтобы установить юга-дхарму. Время от времени она скверняется, и необходимо ее очищение. Когда дхарма, социальный устрой разрушается, социальное устройство общества разрушается, люди живут как попало. Когда все осквернено, для того, чтобы защитить дхарму, установить ее вновь, когда люди отбрасывают дхарму и вершат адхарму, Именно тогда, при помощи йога майи, являюсь я, говорит Бхагаван, для того, чтобы спасти своих преданных и истребить, уничтожить непреданных. Now question can come,
может возникнуть вопрос. Но ведь все-таки преданные, чистые преданные никогда не просят Бхагавана защитить их. Саду никогда не хочет заставить Бхагавана служить себе. Но иногда происходит так, что это слетает с уст. Этого умонастроения нет в сердце, но это слетает с уст, и им стыдно за это. Вишванат Чакраварти Пад пишет в своих комментариях, что да, это так, преданный не хочет занимать служение себе Бхагавана. Тем не менее, они страдают от бездонного океана разлуки с Господом. Они хотят избавиться от этой боли разлуки. Они хотят избавиться от разлуки, они хотят встретиться. Они испытывают боль, разлуки. И Вишванат Чакраварти Пад объясняет так, что мы должны думать именно так. Преданные, то есть в разлуке преданные страдают от страдают и нечто подобное слетает с их уст. И тогда Бхагаван притягивает их к себе. С любовью притягивает к себе. Скоро мы будем читать о том, как Бхагаван, как произошла встреча Бхагавана и Гопа Кумара, как Бхагаван с любовью обнял его. Бхактивинода Такур написал, а также в разных шастрах содержится следующее. Неважно, где я окажусь, в аду или в раю. Я не собираюсь просить тебя, мой Господь, о хорошем рождении. Сделай меня царем, дай мне хорошее рождение. Куда бы ты ни поместил меня в соответствии с плодами моей кармы, я буду там, но все, что я хочу, быть твоим преданным. И подобных шлок очень много. Я могу рождаться в разных телах, но ты, Бхагаван, пожалуйста, благослови меня, чтобы в каждом рождении я встречался с твоим преданным. Когда Гора Бхакты плачут и молят: «Спаси нас, спаси нас, спаси меня», это говорит о том, что они просто хотят встретиться с Бхагаваном. Они испытывают боль, разлуки. Если вы сможете понять отношения Гауранги и его преданных, я прошу вас, вы должны читать читания Чаритамриту, читания Бхагавато. Если день за днем, то есть если сердце ваше
лишено оскорблений, то есть если нет в сердце оскорблений, вы можете читать, но вы не должны их взращивать. Я не ответственен за то, что вы делаете, если вы взращиваете эти оскорбления в себе, поскольку наша Гуру Варга не говорит нам этого делать. Но Бхактивинода Такур, наша Гуру Варга, говорит, что если вы хотите развить бхакти, необходимо читать читание Бхагавату и читание Чаритамриту. В действительности сложно найти сатсангу, то есть на внешнем уровне. И Джагадананда Пандит пишет об этом в своей Прем-Виварте. Век Кали очень сложно встретить саду среди тысяч так называемых преданных. Едва ли можно отыскать одного саду. Если вы обойдете всю Индию, не факт, что вы найдете подлинного саду. Об этом говорит Махапрабху, говорит Джагадананда Пандит. Очень и очень сложно встретиться с чистым преданным век Кали. Именно поэтому Гауранга Махапрабху пришел сюда, приняв облик преданного, для того, чтобы помочь нам. Я не говорю, что мы никогда не встретимся с саду. Конечно, мы можем. Мы можем встретить саду. Но шансы невелики. Имеется в виду, что это, возможно, очень редко. Это большая редкость. Из читания Аштакам мы знаем следующее. Махапрабху пришел, приняв облик преданного, для того, чтобы обучить нас. Все деяния Махапрабху, как он себя вел, что он делал, все это является уроком для нас. Он пришел, чтобы обучить нас сокровенному таинству баджана. У нас еще впереди два дня, и мы поговорим о сокровенных причинах прихода Махапрабху в этот мир. Итак, Махапрабху отправился в Южную Индию. Но важен тот факт, что после ухода, после окончания Чатурмасья Враты, когда подходило время преданным возвращаться в Навадвипу, для них было невозможно уйти от Махапрабху. Это была душераздирающая картина, видеть, как преданные один за другим подходили к Махапрабху, рыдали и преданные, и Махапрабху. Даже Махапрабху не хотел, чтобы они уходили, но они должны были идти. Махапрабху рыдал так, что будто бы реки вытекали из его глаз. Все было в слезах.
описано, что во время Радхаятры Махапрабху перед колесницей Джаганатха рыдал так, что одежды преданных были мокрыми от его слез. Вы можете себе представить, у человека нет столько жидкости, столько воды в организме, чтобы так плакать. Это можно сравнить с тем, как пожарные тушат пожары с потоком воды. Важный момент я должен затронуть. Перед колесницей Джаганатха Махапрабху было настроение, как у Радхарани, когда она шла на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной спустя долгое время. Радхарани говорит, мое сердце горит, я немедленно должна встретиться с тобой на берегу Ямуны. Здесь все иначе, здесь все не так. Если ты пойдешь с нами, говорят гопи и Радхарани, тогда мы почувствуем твою милость, мы поймем, что ты действительно милостив. Рыдая, Шимати Радхарани произносит эти слова. Мое сердце не отлично от Вриндавана. Если ты пойдешь назад с нами во Вриндаван, тогда мы поймем, что ты пролил на нас свою милость. И с таким настроением Радхарани и Гопи, Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганатха. И он приглашал Шьямасундара, Кришну, во Вриндаван, тянул его туда. Невозможно совершать Випраламха Бхаджан, не прочувствовав это настроение. Почему Бхактивинод Такур сказал, что Нилачала Кшетра Пурушоттама Дхама — это высшее место Випраламба Бхавы, разлуки? Почему так сказал Бхактивинод Такур? Да, как мы знаем, что во Вриндаване проявлена Випраламха, но точно так же и здесь, в Навадвипе, точно так же проявлена Випраламха. Ведь Махапрабху покинул Навадвипу. Тем не менее, Бхактивинод Такур указывает, что Махапрабху испытывал Випраламху в Пурушоттамакшетре, и поэтому она стала высшей дхамой разлуки. Даже во Вриндаване нет такого настроения, такой боли, которую испытывал Махапрабху. Наше сердце сквернено в нем. Столько аньябилаша, столько материальных желаний. И как же мы можем совершать Кришна-бхаджан? Итак, Рупа Госвами Пад понял настроение сердца Махапрабху. Он понял, почему Махапрабху произносит эту шлоку. Сваруп Гасай, Рупа Госвами Пад смогли осознать, понять Бхаву Махапрабху.
И он записал эту шлоку. Рупа Госвамипад записал эту шлоку. И он, Махапрабху, обратился к Сварупа Госвами. Как это Рупа Госвами так в точности смог понять мое сердце, прочитав то, что написал Рупа Госвами? А Сварупа Госвами сказал: просто он получил твою полную милость. Без твоей милости он бы не смог этого сделать. Во время Ратха-ятры в ней принимали участие тысячи преданных. И все, что там происходило, было чудом. Тысячи тысяч людей присутствовало. Джаганнат был на колеснице. И люди получали его даршан. Тем не менее, сердца их менял даршан Махапрабху. Говорится, что если вы увидите Джаганнатха на колеснице, вам уже не придется принимать рождение вновь в материальном мире. Но имеется в виду получить его подлинный даршан, увидеть от всего сердца. Но те, кто получили даршан Махапрабху, издалека изменялись в тот же момент. Капля, одна лишь капля бхакти-расы может наводнить весь мир. Она невероятно редка. И люди, просто глядя на Махапрабху на огромном расстоянии или слыша его голос, склонялись перед ним, склонялись, их сердца изменялись. Они слышали, как Махапрабху воспевает святое имя, и тоже начинали повторять «Хари Кришна». Автоматически выражали почтение. Все жены Пратапарудры присутствовали также на Джаганнатха, на Радха-ятре. Им не позволялось подходить к Махапрабху. Они сидели на огромном от Махапрабху расстоянии на слонах и также наблюдали за Махапрабху. И просто глядя на него, у них появилась према. Как мы знаем историю, когда один мусульманин перевозил Махапрабху на лодке, он, взглянув на, то есть сделав, перевезя Махапрабху, упал без сознания от премы. Можете себе представить, это был мусульманин. Все, что он сделал, просто перевез Махапрабху на другой берег и тут же упал от потока премы и зарыдал в разлуке с Махапрабху, когда тот ушел. Итак, когда преданные подходили по очереди и просили разрешения идти, Махапрабху не мог вымолвить ни слова, он просто рыдал. Вся комната была наполнена слезами. Он не мог сказать «иди», он не мог произнести это, он не мог сказать «иди», потом «приходи снова», не мог вымолвить ни слова. Адвайта Гасай, все преданные приходили к нему проститься. Махапрабху обнимал каждого, но не мог сказать ни слова, потому что его преданные Махапрабху являются его сердцем.
Разве можно жить, когда ваше сердце забирают? И точно так же Махапрабху является сердцем преданных. А мы спокойно живем без Гауранги, который настолько милостив, что наводнил весь мир премой. Махапрабху наводнил весь мир премой. На земле образовался океан премы. Если я лишен ее, если я не получил ее, это говорит о том, что я неудачник. Мы получили невероятную возможность, невероятный шанс. Если мы упустим его, несмотря на то, что Махапрабху раздавал прему каждому, несмотря на квалификацию, на то, кто достоин, а кто нет, Махапрабху не говорил так, что «нет, тебе не дам, ты не достоин этого». Нет, даже те, кто приходили к нему без емкости, куда можно было налить эту расу, Махапрабху давал ее. То есть, когда мы идем, чтобы купить молока или какой-то сок, когда раздают тростниковый сок, если бесплатно раздают, и мы хотим чуть-чуть попить, мы должны прийти с какой-то емкостью, со стаканом, а иначе как нам нальют? Точно так же, когда идет дождь, мы можем собрать дождевой воды лишь при наличии емкости. Но если у меня большая кастрюля или таз, я могу много воды насобирать. А нет емкости, нет воды. Но с Махапрабху было совершенно не так. Махапрабху говорил, если у тебя нет емкости, я тебе емкость дам. И расу, и то, куда ее налить. Но тем не менее, мы лишены этой премы, потому что из-за своей собственной неудачи. Все, приходите, приходите, говорил Махапрабху. Посмотрите, даже в Варанасе, Махапрабху сказал Майваде, я пришел с тяжелой поклажей, с премой. Что-то я не вижу того, кому дать ее. Ну, хорошо, расскажите всем, сделайте объявление, что я буду раздавать всем и каждому за небольшую цену. Что значит за небольшую цену? Небольшое количество шрадхи, небольшое присутствие шрадхи в сердце, веры. Что же говорить о людях? Он даже зверям, животным раздавал прему. Так вот, если я лишен милости такой аватары, что же за неудачник я? Бедность такого человека, такой человек никогда не разбогатеет. То есть
Если как был человек бедным, если он не получил такой милости, которую раздавали всеми каждым, ничто ему уже не поможет. Никто не знает, что будет со мной. Я могу потеряться запросто в этом материальном мире. Где Прабхупад будет искать меня? Посмотрите, сколько звезд на небе, сколько вселенных. И маленькая крошечная джива может легко затеряться в материальном мире. Если Махапрабху видел какой-то дефект в сердце человека, какое-то проявление ложного эго, как это было в случае с Сарвабхаумом Бхаттачари, на самом деле изменить его сердце было практически невозможно. Не было того, кто бы мог изменить Сарвабхаумом Бхаттачари. Настолько он был высокомерным и гордым. Весь мир поклонялся ему. Он был выдающимся пандитом. И он стремился к почету, хотел почета. Более того, он хотел почтения даже от Махапрабху. И Махапрабху выражал им почтение, он предлагал им поклоны. То есть можете себе представить, он хотел получить почтение от самого Бхагавана. Он высокомерно думал, с чего это... Кто... Где доказательство, что он Бхагаван? Но Махапрабху со смирением давал ему то, что он хотел, давал ему, выражал ему почет, почтение. И со временем Сарвабхаумом Бхаттачари изменился. Когда Махапрабху собирался уходить из Пурушоттама Кшетры, даже царь Пратапарудра рыдал. Он говорил преданным, не позволяйте ему уходить. Но Махапрабху — Верховный Господь, и нам не понять причины, которые он преследует, когда совершает то или иное действие. И так, хотя он сказал всем преданным, что идет на поиски своего брата, на протяжении всего паломничества он ни разу про него не вспомнил. Зато он раздавал милость всем и каждому. Изменял сердце одного человека, а тот изменял сердца еще сотни людей. Так распространялась милость. И так даже в Кришна-лиле не было такого, широкого распространения премы. Мы говорим о милости Кришны, что он настолько милостив, что даже пролил милость на путану, был добр к путане. И Кришна, более того, говорит Рупа Госвами, распространял бхакти, прему, даже растениям. Тем не менее, мы утверждаем, что милость Гауранги Махапрабху была еще больше, чем милость Кришны. Одна важная причина. Нам прем, бичара, дистрибьюшн,
Важна причина прихода Махапрабху. Распространить прему. Да, она важна, но есть еще более важные причины его прихода. Об этом мы поговорим в следующие два дня. Мы поговорим о встрече Махапрабху и Рай Рамананды. Я хочу рассказать об одном случае, произошедшем в Южной Индии, в Удупи. После ухода Мадхава Ачарья его последователи уклонились от того учения, которое он проповедовал. То же самое происходит здесь, в Навадвипе. Они заявляют: «Мы, последователи Гауранги, не ездите в Майпур, поскольку место рождения Махапрабху здесь, в Навадвипе». Все они носят тилаку, носят одежды преданных. И обычному человеку непонятно, кому верить. Итак, Махапрабху пришел туда и начал задавать вопросы. Он сказал: «Я не знаю о садья-садхана-татве. Не могли бы вы рассказать мне о ней?» И мы начали говорить о кармаканде. Махапрабху говорит: «Вы видите, что я ношу одежды майявади, что я якобы майявади саньяси, и поэтому вы не хотите раскрывать мне секреты садья садхана татвы». Далее мы поговорим об этой теме подробно, но сейчас я просто коснусь ее. Большинство некоторые утверждают, что Мадхава Сампрадая отвергает Махапрабху. Они опираются на одну шлоку. На самом деле Махапрабху хотел указать на то, что Мадхава Ачарья — изначальный Ачарья. Махапрабху, приняв сампрадая Мадхава Ачарьи, тем самым благословил его. Простите, я ошиблась. Это последователи Махапрабху говорят, что Махапрабху якобы отверг Мадхава Ачарью. И поэтому мы не являемся последователями Мадхава Ачарьи. Но это не так. Махапрабху в действительности хотел возродить Сиддханту, который принес Мадхава Ачарья. Поскольку в то время было много последователей, так называемых последователей Мадхава Ачарьи, которые уклонились от его учения. Вишну Парадевата,
Эти люди, которые утверждают, что Махапрабху отверг Мадхвачарью, опираются на слова Махапрабху, когда он сказал: «Я не согласен с двумя вещами, которые происходят, которые проповедуются в вашей сампрадае». Но это не говорит о том, что он выступил против учения Мадхвачарьи. Он выступил против последователей, которые уклонились. То есть какая-то группа так называемых последователей Мадхвачарьи воспринимали себя как парампару, исходящую от Мадхвачарьи. И Махапрабху выступил именно против этих последователей. Постепенно Махапрабху открывал секреты баджана, сокровенные истины баджана. Тирумала Бхатия, Венката Бхатия — это были необыкновенные личности. С ними Махапрабху встретился в Южной Индии. Они были последователями Шри Сампрадая. Тирумала Бхата. Это были необычные личности. Они были настолько учеными, что никто не мог превзойти их, никто не мог победить их. Махапрабху очень мягко изменил их сердца. И они стали, в конце концов, Гаудия Вайшнавами. В соответствии с Сиддхантой, Кришна не отличен от Нарайны. Тем не менее, в соответствии с расой, с расалилой, Кришна занимает более высокое положение. Так Махапрабху пленял сердце каждого, проливая безграничную милость. Когда Махапрабху пришел на Годавари, где произошла встреча с Рай Махашаем, то есть после Южной Индии Махапрабху отправился в Видьянагар. Я должен затронуть очень важный момент, без которого наше обсуждение игр Махапрабху не будет полноценным. Это встреча Махапрабху с Рай Раманандой. Хотя прежде мы уже говорили на протяжении месяца об этом. Прабхупад говорит, вся наша Гуруварга говорит, Гурупад Падма вновь и вновь повторял это, что не поняв Санатана Шикшу,
Рупа Шикшу. Рай Рамананда Самвад. Никто не сможет стать вайшнавом. Никогда. Каким бы ученым он ни был. Без осознания Санатана Татвы, Санатана Шикши, Рупа Шикши и Рай Рамананда Самвада, поскольку они являются главными колоннами, на которых держится баджан, держится Гаудия Сампрадая. В особенности для нас важна Санатана Шикша. С самого начала Махапрабху, приняв саньясу, он начал постепенно показывать нам, что варнашрама дхарма — это нечто внешнее. Он отверг ее, приняв саньясу. Затем он показывал, что есть ниргуна бхакти, гьяна мишра бхакти. И в разговоре с Рай Раманандой Махапрабху хотел показать все тайны баджана в деталях. Настолько он милостив, он хотел раскрыть все тайны баджана в разговоре с Рай Раманандой. Именно поэтому он начал задавать вопросы Рай Рамананде. Но прежде чем состоялась эта беседа, Рай Рамананда сказал, что говоришь ты моими устами. Нам кажется, что говорит Рай Рамананда, на самом деле говорит Махапрабху устами Рай Рамананды. Варнашрама дхарма, ей надо следовать, да, но она не вечна. Что идет за ней? Пока человек находится, пока джива в обусловленном состоянии, ему поможет варнашрама дхарма. Но что потом? И постепенно, постепенно Махапрабху приближается к самой возвышенной теме. Гьяна Мишра Бхакти, ну это нечто внешнее, да, это неплохо, но оно внешнее. Гьяна Шунья Бхакти, да, это интересно. Но может что-нибудь еще, что-то более возвышенное сказать? Махапрабху задавал вопросы. И в конце концов они вошли во Вриндаван, где господствует Мадхурья раса. И затем он задает вопрос, а какие-то особенности какая-то есть в Мадхурья расе? И Рамананда начинает раскрывать сокровеннейшие истины. Гопи према. А что особенно в гопи преме, Радхарани, ее према? О, я хочу услышать о преме Радхарани. Когда Радха и Говинда приходят в единение, Рай Рамананда написал об этом поэму. Для того, чтобы Махапрабху и Кришна и Радхарани из-за премы объединяются и
Это край Рамананда говорит, в конце концов, все заканчивается тем, что Кришна и Гауранга, простите, Кришна и Радхарани объединяются, образуя собой Гаурангу. И тогда, в конце концов, Рай Рамананда сказал, «Кто ты? Говори, кто ты? Прабху, не обманывай меня. Я вижу, что ты необычный человек». А Махапрабху начинает говорить, «Да это природа преданного. Он куда ни посмотрит, всюду видит Кришну. Не обманывай меня. Покажи мне, кто ты есть». И тогда Махапрабху был вынужден признаться, «Я Расарадж Кришна». И в то же время Радхарани, мы объединили, то есть они, объединившись, образовали Гаурангу Махапрабху. Рай Рамананда... смотрит на Махапрабху и видит перед собой его золотой облик, а второй раз он смотрит на него и видит перед собой Радху и Кришну. Какая из аватар Господа делала подобное? Что, сколько дал Махапрабху Рупа Шикша, Санатана Шикша? Там все, все в деталях. Нам дана такая баджана татва, такое знание о баджане, но после всего этого мы, глупцы, не пользуемся этим. Мы не принимаем этого. Мы... Рай Рамананда Самбад дан нам ради нашего блага, нашего развития. Поэтапное развитие, поэтапный процесс развития Радха Премы. И там утверждается, что нет ничего подобного Рада Преме. Она несравненна. Махапрабху всюду распространял прему в полумесяце по Южной Индии, и в Шри-Рангане он стал раздавать святое имя Харинам. Если бы я хотя бы на мгновение увидел Махапрабху, это бы уже изменило мое сердце. А преданные на протяжении 4 месяцев находились рядом с Махапрабху. Они приходили из разных уголков Индии, они пришли в Шри-Рангам и на протяжении 4 месяцев наблюдали Махапрабху, видели, как он танцует и плачет, и сами начинали танцевать. Шри-Рангам — это Вайкунтха. Вайкунтха, не зашедшая в этот мир. В шастрах сказано, что Шрирангам, Рамешварам, Бадринатх, Айодхья, все это Вайкунтха, Дварака, также и Вайкунтха. Майпур тоже Вайкунтха, они святая Дхама, они сходят сюда для того, чтобы помочь нам, освободить нас. Наймишарани, это также Вайкунтха. Всего 8 Вайкунтх не зашли на эту землю для того, чтобы освободить нас по милости. А Махапрабху — Вайкунтха-пати, тот, кто возглавляет Вайкунтху. И люди тысячами, каждый день тысячами приходили к Махапрабху. И кто бы ни пришел, все имели возможность получить даршан Махапрабху.
Итак, эта милость непостижима, непостижима. Осталось всего 2 дня, и на протяжении этих 2 дней мы будем говорить о Ачинтье Абхеда Татве, о том, что он является воплощением этой татвы. Итак, на сегодня я хочу на этом остановиться. С какой шлокой я сегодня начал? Вы помните? Я должен на пару минут сказать об этой шлоке. До тех пор, пока вы не встретитесь с великим преданным Гауранге, вы будете спорить с шастрами, так же, как пандиты спорят друг с другом. Решение этому — встреча с чистым преданным. Для великого преданного правила и предписания не имеют никакого значения, они бесполезны для него. Глупо заставлять Мадхавендра Пурипада посещать ежедневно арати. Правила и предписания даны для обусловленных душ. Так же, как для гопи, правила и предписания не имеют никакого значения. Ведь они даже во сне служат Кришне. Пока вы не встретитесь с чистым преданным, с преданным Гауранге, вас будет привлекать Брахма-таттва. Но после встречи с чистым преданным она станет отвратительной для вас. Oh, what kind of kipa, Gauranga? Still we cannot do anything. Yes, you cannot find. Who can take trouble for us to come here, take sannyas in hot and cold? Oof. What kind of suffering? Gauranga Mahaprabhu. So Chaitanya Bhagavad, you understand, no? You realize.